Живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? Успение Божьей Матери. Последнее, что мы узнаем о Пресвятой Деве Марии из Святого Евангелия, это слова Господа, обращенные со креста к Его любимому ученику, апостолу и евангелисту Иоанну Богослову: «Се, Матерь Твоя!» И с этого времени, продолжает Евангелие, ученик сей взял ее к себе. Хотя Священное Писание не доносит до нас сведений о дальнейшей жизни и блаженном успении Пресвятой Девы, Церковь бережно хранит предания о ее жизни после воскресения Христова. Согласно церковному преданию, Святая Дева жила в доме у апостола Иоанна в Иерусалиме. Она часто любила уединяться для молитвы на Елеонской горе близ города. И вот однажды, когда Пресвятая Богородица горячо молилась своему Божественному Сыну, явился ей Архангел Гавриил и возвестил, что по прошествии 3 дней она отойдет ко Господу. С великой радостью приняла эти слова Пресвятая Дева. Больше всего на свете Матерь Божия любила своего Сына и всей душой стремилась к Нему. И вот, наконец, между ними должна была разрушиться последняя преграда. Это духовное горение замечательно выразил апостол Павел: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Единственное, о чем Богоматерь молитвенно просила своего Божественного Сына, дать ей возможность проститься с апостолами, которые разошлись с евангельской проповедью по всему миру. И вот накануне дня Успения Богоматери апостолы Христовы чудесным образом были перенесены в Иерусалим к дому Девы Марии. Апостолы были несказанно счастливы увидеть Матерь Божию, а она приветствовала их, говоря: «Господь привел вас сюда для утешения моей души, которой предстоит, как требует того смертная природа, скорое разлучение с телом. Уже приблизилось предопределенное мне моим Создателем время». Апостолы с печалью отвечали ей: «Во время твоего пребывания на земле мы, владычица, утешались, взирая на тебя, как на самого владыку и учителя нашего. А теперь, лишаясь твоего присутствия, как вынесем тяжелую скорбь, объявшую наши души?» Богоматерь утешала апостолов и попрощалась с каждым из них. Когда же наступил момент расставания, вдруг разверзлось небо, и присутствовавшие увидели Христа в сопровождении святых ангелов и почивших праведников. Пресвятая Дева казалась погруженной в легкий сон, поэтому ее представление называется успением, то есть сном. Христос принял на руки пречистую душу своей матери и, сопровождаемый ангельским пением, вознес ее в небесные чертоги, а честное тело ее было перенесено в Гефсиманию для погребения.
Во время этого торжественного шествия Господь прославил свою Матерь чудесным событием. Один иудейский священник по имени Афоний, проходя мимо погребальной процессии, исполнился ненависти к Матери Христа и решил опрокинуть одр с ее честным телом. Но только он дотронулся до одра Пречистой Девы, как ангел Господень отсек ему руки. Обливаясь горькими слезами, несчастный начал просить помощи у апостолов. Тогда апостол Петр сказал ему, что только сам Господь по молитвам своей матери может даровать ему исцеление. Афоний тотчас исповедовал свою веру во Христа как истинного Мессию и, обратившись с покаянной молитвой к Богоматери, приложил свои руки к месту отсечения, надеясь на милость Божью и заступничество Пречистой Владычицы. Молитва Афония была услышана. Он получил исцеление и последовал за одром, прославляя Господа и его Матерь. А свидетели этого чуда радовались о раскаявшемся грешнике. По особому устроению Божию на погребении Богоматери не было апостола Фомы. Он явился лишь на третий день и очень расстраивался, что не смог попрощаться с Матерью Господа. Он хотел поклониться телу Богоматери, но когда апостолы открыли гробницу, тела в ней не оказалось. В тот же день апостолы сподобились чудесного явления. Они увидели Матерь Божию в небесной славе и в окружении множества ангелов. «Радуйтесь», — сказала Царица Небесная, — «ибо я с вами во все дни». «Пресвятая Богородица, помогай нам!» — воскликнули апостолы. Так с апостольских времен Церковь хранит предание о том, что Матерь Божия после своего успения была воскрешена Господом и взята с телом на небо. С тех пор она является усердной заступницей перед своим сыном за весь человеческий род, который в лице Иоанна Богослова был усыновлен ею при кресте Спасителя. Приблизительно с IV века начинается особое церковное празднование Дня Успения Божией Матери. Оно совершается ежегодно 15-28 августа и является последним в году двунадесятым праздником. О важности для православных христиан этого дня свидетельствует и то, что праздник Успения предваряется строгим двухнедельным постом, который так и называется «Успенский пост». Успение мира не оставило Еси, Богородице.